Николай Попов сегодня принимает поздравления с профессиональным праздником. Вместе с другими учеными он ставит новые задачи, развивает цифровые технологии, которые в будущем позволят обеспечить доступность дистанционной диагностики. В области науки Николай трудится больше 10 лет. Все это время он посвятил разработке, которая позволит планировать комплексную реабилитацию пациентов с костными дефектами. Ученый занимается построением цифровых 3D-моделей костей, навигацией при оперативных вмешательствах и цифрового производства индивидуальных костных имплантантов. За свой плодотворный труд доктора медицинских наук наградили губернской премией. Безусловно, получение этой премии, я рад этому, потому что получил высокую оценку работе, которой посвятил последние 10 лет своей жизни. И такая высокая оценка, что на уровне губернии меня оценили. Все это очень приятно. Губернскую премию вручают ученым за достижения, значимые для социально-экономического и социокультурного развития Самарской области. Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно было пройти конкурс. Заявку на участие подали 38 человек. Главным критерием было наличие наград в области научной деятельности. Прошедших отбор наградил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как подчеркнул глава региона, Самарская область богата именами выдающихся ученых в аэрокосмической отрасли, медицине, химии и инженерной науке. Коллеги, ну и ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему является одним из признанных научно-исследовательских центров. Вы создаете базу для перспективных научно-технологических заделов, решения самых сложных задач в наукоемких отраслях экономики. Для 63-го региона особенно важна поддержка ученых, инженеров, перспективных исследований и новых разработок. При этом крайне важно, чтобы наука была тесно связана с производством. Мария Елчан, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.